Ну, все правильно сказал. Он гол отменил, а потом он пошел, поставил его на доверие. Потом единоличным решением, как он мог решить? Смотри, у него нет дополнительных судей. Что ты посмотрел? Я по видео как знаешь, ты говоришь, вышел, не вышел. Пусть я еще эту игру, потом... Судья не может единолично. Никаких правил нет, чтобы судья единолично принял решение. Ну не может. Ему не... Правильно. Если он свистнул, значит что? Если сейчас свистит, голову, или он потом подходит к своей команде, и на вам говорит, все, гол. Ну как там можно решить? Что он видит? Он ничего не видит. На видео это все прекрасно видно. Он никаких решений не принимал больше. Значит, его говорили, нет таких правил. Я согласен, что тому главу мне все равно, как он подавался. Но вы дальше говорили. Но человек не может стоять на поле, ни в какой команде. А, все, ладно, надо все говорить. Ну, таких правил нет. Ну, судьи кто? Да мне нет. Ну, ребят, ну, я еще по эту лауду этого не видит. Мне показывают руками, и мне он объясняет, почему он создал главу, что он мне объяснял, что он не видел, что у меня клава пошел. Ну, там на полкилометра. Ну, в принципе, ушел. Он мне объясняет, это я вот эту лаву забываю, ну, и все. Он показывает, что угловой перепадает, потом будет такой команду, и все. Ну, так, нет таких правил, вообще никак. Я не понимаю. Они же разыграли угловой, это что, выбирал, и забили гол. Да. Он его отменил. Он его отменил. Он говорит, я разговаривал с игроком. Вот, я разговаривал с игроком. Они к нему подлетели все, и он говорит, все, посмотрите. Да, он не имеет права тут не высказать. Он должен видео посмотреть, там или что-то, или нам объяснить, что сделать. Ну, они забили гол, он сразу моментально сказал, что нет. Да, он тут же сказал, что это подача, я не говорю, ничего не видел. Что же здесь же не официально? Так понимаю, но так мы приходим в футбол, давай мы будем пугать людей, сейчас завтра приведут банду там караул. А УПГ Александровка, блядь. Не, ну Вань, ну так нельзя это делать. Третий раз попадаем, третий раз играли в защиту, это нам поражение. Третий раз такая фигня. Две минуты до конца, если бы это было 5-6 счет там, или 5-2 там счет, это вопросы были бы. Счет 1-1, две минуты до конца, и вот такая вот фигня, нам поражение. Не, ну, допустим, даже вот... Это не ваше. Они разыграли аут, да. И забили гол. Они разыграли головой, забили гол. Да. Он но... его тут же судья отменяет. Нет, я тебе говорю, если отбросить этот момент, даже, то что да. Он там ошибся. Он отменил гол, там, по, не знаю, по своей там злости. По гол-то был Нет, гол был забит не по прошел. Голового не было, мяч в аут ушел. Тоже судья ошибся. Мяч, блядь, прошел в аут. Они продолжили играть в аут. Мы ему объясняем, что аут. Они нам забивают головой. Тоже не по правилам. Давай, там по правилам мяч ушел в аут. Ну, он назначил угловой. А он назначил угловой в нашу сторону. Он назначил, да. О, правильно. Потом он, этот, который правильно ты сейчас говоришь, отменяет гол. Значит, там решение его правильное, а здесь решение его так не обращаем внимания. Так не поэтому не происходит. Не считая вот этой ошибки. Нет, когда подменил. Нет. Потому что у вас большой шок. Но мы стояли здесь. Он назначает угловой. Да. Боксы ошибку. Он да. Поставил. Да. Все да. Знают, что это угловой. Да. То, что вы начали спорить, это уже ваше проблема. Да. Потому что судья поставил угловой. Так он им объясняет. Ребята, вот тебя разыграли и забили голос. Это он и что вы начали разговаривать. Нет. Судья, он судья или кто? Он им объясняет, что он отменил угловой, потому нет, что разговаривал по свистку. Нет, он свистка. Когда вы начали апеллировать, что был лау. Да. Ну. ЦСКА играет на этой полной поле. Вот. И у нас не хватает игроков. Тем более тех, кто платит по 250. Это хуже. Но это лучше, чем не ваше. Еще одна замена была. Ну и что делать? Что, гол забить неправильно? Почему? Это на суде разговаривает, да. Ваня, ты что мне с ним разговаривал? Нет, а я не с ним подошел.
Если бы он подошел, я бы слова не сказал, он подошел, как вот посмотрел или что-то сказал, слова бы не сказал. Он хорошо, Судья ошибается в ихнюю сторону. Мяч уходит на угловой. Он нормально, он засчитывает гол. Опять в нашу сторону. Так такой же будет. Так он, если он ошибся угловым, если мы считаем, что он не считается угловым, и он ошибся, потом увидим. Вот поскольку мяч ушел в ауру до углового. И наш мяч. Ну так можно каждый эпизод. Правильно. Так почему мы должны наш гол засчитывать? Я не понимаю. Он не мог. Нет, я про полосу. Судья в единоличном порядке не может принять решение. Не может. Никто. Да вот так. Да не давайте разведуйте. Кто ему подсказал? Ну ты судья, ты судишь. Он же в панику что-то вернулось с ним. Я ж не знаю. Он судья, он принимает решение. Если он принял решение, что это угловой. Это угловой. Да. Видите, я апеллирую. Не будете. Так как это так? Он принял решение, что это угловой. Это угловой. Они к нему подлетают, и он принял решение. Они на него налетели, и у него пришло сознание. Вань, ну зачем это делать? В любом случае, это его решение. Так, 160. Хорошо, что сказал на воле, я думаю. Запиши еще раз в руки, пожалуйста, то и боли тоже оказывается. Я после игры подал протест. Мне пускай кто-нибудь расскажет, что судья оказался прав. Но я подал протест на игру. Протест ты можешь подать. Результат матча никогда не меняется. Девятый игрок на поле. Этот гол повлиял на результат. Барселоны переиграли. Вот такого не бывает. Ты можешь подать протест, а могут сократить там срок дисквалификации. Либо там судью наказать. Результат матча не может быть изменен, если уже был финал на свистке. С таким счетом. Ну то же самое, прекрасно. Андрей! Андрюха, отрываемся. Ты в прошлой игре нас спас, в этой подставил, мы тебя прощаем. А, вот я разобрался. Он же играл за вас. Он за нас играл первый раунд и вытащил. Да, и гол еще забил. И гол забил. Ну ты что, это ж... Отрываемся, да, это наша подстава. Ты что, я с ним поздоровался. Я говорю, дверь бабки открывается. Чего, они все ушли, блядь, а я бабки отдал обратно. Ну ты молодец, Ваш. Это... Скинь. Ваня на счет. Забери сегодня на игре. На 8 на 8. Кого я заберу? У Дима. Сева, ты... Я сейчас Дане скажу. А, кстати, они у меня. Кто? А мы... Молодцы! Тебя ждут. Да. А мой? Кто мой? Ты что? Коля Суди. Я не прыгаю. Домой. Дома, опускайся. Маша, мне ехать. Сзади внимательно. Хорош.
выбило. Молодец. Игроков сразу держим, распределили. Свободных игроков держите. Вот! Да, 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 да
Не убивай, не выбивай пас. Пошел в середине. Thank you.
Давай,
Не дать! Втроем! Я при чем? Я ему помогаю!
Никак, спина. Еще! Не отпускай! Не отпускай! Петр Альберт, спите, 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 сп
Давай!
Давай,
Да, 9-1 останется. Сразу. Играть! Бить!